своими глазами. Мы чистим фонтан. Нас попросил премьер, мы чистим фонтан. Убираемся, бля, гадость, грязь, это все. Это впервые за все время, что фонтан существует, вы чистите? Ну, впервые, да, потому что такая технология, что он засыряется песком, грязью. Люди здесь и ноги свои моют, и обувь свою моют. Потому что у нас такие люди здесь, естественно, некультурные, наверное, в городе есть. И вот стрелся фонтан этим грязью, пылью, песком. И сейчас чисто. Сейчас это грязь, все, камешки, так это вот. Это в пылесос засасывает и камешки, и денежки, ну, конечно, да? Ну, да, да? Мы моем пылесосом водным. Взяли из бассейна, мы в бассейне работаем, вот нас попросила примария, вот мы помогаем примарии. Нам бассейна своего не хватает, мы еще здесь моем.